Для гала-концерта «Песни, рожденные сердцем» были отобраны 30 номеров. Творческие коллективы, вокально-инструментальные ансамбли, солисты. Каждый из них проявил себя по-своему, но всех объединило чувство патриотизма и любви к родине. Среди артистов было большое количество тех, кто принимает участие в конкурсе ежегодно. Эмилия Сибогатова прошла отбор в 4-й раз, и на 24-й финал фестиваля она вышла с песней «Калина». Репертуар помогала выбирать «Мама». Очень красивая песня, мне так она нравится. Каждый раз, когда я ее слушаю, прям у меня мурашки, слезы даже подступают к глазам. Карина Абдульманова участвует в патриотическом конкурсе с 7 лет. В ее исполнении звучали многие песни о любви к родине. В этом году она вышла с песни «Казаки Берлина». Мы над ней работали очень-очень много, очень долго. Я помню эту кропотливую работу на протяжении нескольких месяцев. Но эта песня такая зажигательная и со смыслом. Мне очень нравится. Специальным гостем патриотического гала-концерта стала Светлана Лобанова, старший лейтенант медицинской службы с позывным «Светлая». Она выступила на вечере с песней «Вороны», которую исполняет бойцам в зоне специальной военной операции. Я знаю, что я нужна им. И я понимаю, что песня помогает им жить. И когда я приезжаю, они первые мне пишут: «Свет, ты едешь с гитарой». Ко дню фестиваля творческие коллективы собрали гуманитарную помощь для мобилизованных в виде контейнеров для хранения медикаментов. Ученики вокальных школ и студий написали письма со словами поддержки бойцам на фронт. Приближается 23 февраля. Это День защитника Отечества. Но на самом деле это ваш день, потому что вы самые настоящие защитники Отечества сегодня. Фестиваль песни «Рожденные сердцем» ежегодно напоминает, как важно любить свою родину и чтить подвиг людей, стоявших на защите нашей страны. Инга Янчук, Кирилл Махров, Гульнара Балаева. Видное ТВ.